Лучший подарок, конечно, Лего, ответит любой современный ребенок. Но таких макетов, как в этом музее, они точно не видели. Еще в детстве Тимур Муртазин увлекся этим конструктором. Оторваться так и не смог. Увлечение стало делом жизни. С 7 лет уже появилось правило, один раз собрал, никогда не разбирать и не модифицировать. Вот поэтому очень многие экспонаты в нашей коллекции – это вот 90-е, начало нулевых, которые сохранились в идеальном состоянии. В этом можно убедиться воочию. На площади 400 квадратных метров Тимур вместе с супругой собрали удивительную коллекцию. Чудеса света, герои любимых фильмов, транспорт, цветы, картины – все собрано вручную из крошечных деталей. Здесь представлены 5 наших самых старых наборов коллекции. 63-й, 70-й, 74-й, 76-й и 78-й. Все, кроме 74-го, полностью новые, никем не открытые и запечатаны. В этом году компании «Лего» исполняется 90 лет. Ее первые детали были из дерева. Со временем их форма изменялась, как и герои. Вы как раз можете отследить, как менялась мини-фигурка у девочек. Большая скала, средняя Бельбель и всем привычная нам Лего Фрэнс. Здесь представлены 2 Гранд-отеля, один 2015 года, мечта любой девочки, и для сравнения более новый 2021. Постепенно из экспонатов вырос целый город, посмотреть на который теперь специально приезжает в Звенигород. Сначала подготовка, спроектировали сам макет, в плане уже знали, где какой экспонат будет стоять. Вот все наборы для города были заранее собраны, то есть оставалось только расставить их, провести электричество, сделать, чтобы действительно было красиво, посадить цветы. Смело могу сказать, что вижу буквально еще одно чудо света. Это самый большой город Лего в нашей стране. Здесь 28 паровозов, 28 больших модульных зданий. Сколько здесь цветов, деревьев и фигурок, и вовсе не сосчитать. И город буквально живет своей жизнью. На улицах Лего-города кипит жизнь. Ездят паровозы и машины, работают аттракционы, колесо обозрения, американские горки. Его крошечные жители куда-то торопятся, отдыхают в парках, занимаются домашними делами. Здесь есть магазины, школы, кафе и даже собор. Это собор в готическом стиле, с витражами, различной лепниной, памятниками, горгульями. Состоит данная самоделка из 22 тысяч оригинальных деталей Лего и весит порядка 20 килограммов. Внутри есть и лавочки, алтарь, место, где крестят младенцев, а со второго этажа возвышается величественный орган. Собрать это все не самое сложное, говорит основатель музея. Чтобы содержать город в чистоте, его нужно каждый день очищать от пыли. К тому же он постоянно растет и пополняется новыми экспонатами. Окунуться в этот чудесный, яркий, крошечный мир могут все желающие. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».